Всем привет! Ну что, мои хорошие, вот это видео я решила снять внепланово. Вообще, я была у дочки, вчера вечером приехала. Я снимала там, как раз потолки делали, люстры вешали, все очень красиво. Сняла видео, в принципе, на позитивчике, все как обычно. И уже думала, приеду домой и тут спокойно видео завершу и смонтирую его. Ну, я открыла комментарии, ноутбук я с собой не брала, потому что там вещи переносили туда-сюда, в общем, не до него было. Последнее видео, которое я выложила, я опубликовала. Несколько часов я еще была дома, я смотрела комментарии, все было там, в принципе, нормально. А потом я уехала к дочке, и, в общем, в субботу была у нее, и в воскресенье я приехала уже во второй половине дня, ближе к вечеру. И смотрю, целая куча комментариев. Когда я вижу, что там комментариев в два раза больше, чем обычно, я уже понимаю, что там уже хейтеры наделали мне делов. В общем, читаю эти комментарии. И вы знаете, что меня не просто хейтеры разочаровали, у меня просто, честно говоря, получилось разочарование в людях, которые вообще не хейтеры. И то есть я вижу, где имена новые появились, которых никогда не было, комментарии раньше не делали. И вот они пишут, что я веду пропаганду, что я продажная, я что-то не поняла, кому я чего продалась. Ну, где просто я, просто пишут, что глупая женщина, неграмотная, необразованная, там туда-сюда. А кто-то пишет, да она за деньги продалась, ведет пропаганду, агитирует. В общем, я что-то вообще вообще не поняла, что к чему. Кому я продалась, что я родину продала, враг народа стала из-за того, что я сказала, что я иду голосовать и буду голосовать я за поправки в Конституции, и тут я стала просто вообще врагом номер один, глупой женщиной, которая не думает о будущем своих внуков, в какое-то там в рабство внуков там что ли, в общем, что-то вообще не пойму, что к чему. И даже вот уже вчера вечером сначала я начала блокировать некоторых, заблокировала. Потом просто решила закрыть комментарии, потому что есть люди, которые ведомые. Я просто знаю, что не имеют своего мнения. И кто-то там сказал, кто-то поддержал, и кто-то пишет, да вы что, правда? Она действительно продажная, не ожидала я от вас. Вы меня разочаровали, я отписываюсь. Кто-то написал, она, наверное, ей, наверное, заплатили за эту пропаганду, и вот она за деньги, в общем, ведет агитацию. А кто-то пишет, да вы что, правда, не ожидала. И уже там понеслось, ниже уже пишут, я вас разочаровалась, я отписываюсь. Ну, а кто отписывается, до свидули, отписывайтесь дальше. Те, кто со мной с самого начала, те знают меня как человека и знают, что я ни за какие деньги не буду родину продавать, как говорится, но я имею свое мнение. Но давайте закидаем камнями тех, кто голосует за поправки в Конституции. Я так поняла. Ну, как я понимаю, что есть люди, которым действительно платят деньги за хейтерство вообще. А то, что там сейчас идет кампания против вот этих поправок, и есть много вообще дискриминации идет, да, на эту тему, но. Честно говоря, я от своих подписчиков, ну, от некоторых действительно не ожидала, что вот так вот поведутся на это и будут мне писать, что вот вы меня разочаровали. А в чем разочаровала, я не пойму. Я вообще обычная женщина, обычный человек, который живет в своем таком маленьком доме, как говорится, бывшее общежитие. Я не богатый человек, не миллионер. И какую-то агитацию я разве вела в этом влоге? Я просто прекрасно помню, что я сказала, что я иду голосовать. Я сказала, что я за поправки. Я сказала, что я за Путина. Значит, для кого-то я стала врагом номер один. Вы к соседям, своим друзьям тоже так относитесь? Если кто-то будет голосовать не так, как вы считаете, да, нужным, значит, этот человек становится для вас автоматически врагом. Ну, пожалуйста. Это ваше право. Я знаю, что есть люди, которым нравится мой канал. И если я просто высказала свое мнение, ну я же имею право на свое мнение, правильно? Все. А какие деньги, какая проплата
продажная продалась, кому продалась, кто меня покупал, кто мне заплатил. Вы мне скажите, где вообще платят деньги, сколько там платят? Если там пару тысяч бы мне подкинули, сказали, да, проагитируй за то или за прочее. Да оно мне нужно вообще. Я снимаю свой канал, я снимаю свою жизнь. То, что у меня в жизни происходит, я вам просто говорю. Я даже не ожидала, что будет такая реакция. Если бы я знала, я бы вообще не говорила, что я вообще иду голосовать. Вообще даже не говорила об этом. Но я сходила, прогулялась, поснимала чуть-чуть улицу. И просто вам сообщила, что я иду голосовать. Ну, блин, честно говоря, не ожидала, что вот такая будет реакция. Лучше бы я этого не говорила вам. Ну, а с другой стороны, я думаю, что если у меня на канале вот есть друзья, я же как-то говорила, я закрывала комментарии, потому что было много хейтеров у меня на канале. Я прекрасно себя чувствовала без комментариев. Потом уже по просьбе своих постоянных зрителей я комментарии открыла. И то сказала, что буду удалять и буду блокировать мне неугодных вообще. Комментарии открыты, честно говоря, для меня. Чтобы у меня была обратная связь с моими подписчиками, с теми, кто мой канал любит, кто любит меня, кто нуждается в моих видео. А если кому-то не нравится, ну вы можете вообще не смотреть, не подписываться. Если случайно человек зашел на мой канал, подписался и пишет, что отписался, ну на здоровье, до свидания, я как-то, знаете. Мне нужно, чтобы меня окружали мои друзья, А враги вокруг меня, они мне не нужны. Люди, которые меня не любят, которые мне пишут гадости. И, в общем-то, я сегодня вот проснулась, кофе сидела, пила и думаю, что мне нужно завершить мой влог. А с другой стороны, там нормальный влог, нормальные, как говорится, наших делах, таких житейских, да. И думаю, сейчас ничего не ответить на эти комментарии я не могу. Я же должна вам сказать, почему я отключила комментарии. А с другой стороны, у меня настолько много возмущения внутри, что мне не хочется портить влог, потому что вот этот вот разговор, который я сейчас с вами веду, как отдельное видео, он, конечно, перекроет весь тот позитив, который у меня во влоге есть. Поэтому вот это видео я снимаю отдельно, это просто разговор о комментариях. Вот так вот я его, наверное, назову. Или назову ответ на комментарии. Может быть так. И самое любопытное то, что столько было у меня вот буквально вот совсем недавно комментарии, которые мои подписчики писали, что вы такая хорошая, мы вас любим, продолжайте снимать, не обращайте внимания на плохие комментарии, не ведитесь и так далее. И тут я смотрю, что где эти все люди подевались, там несколько каких-то было попыток, но, может быть, просто не захотели спорить с хейтерами, потому что это бесполезно, там сейчас начнут еще больше заливать какашек. Ну, в этом плане, да, я понимаю, что, знаете, как говорится, не мечите бисер перед кем-то, да. В общем, поэтому я решила отдельное видео снять, вот здесь сейчас сесть, высказаться, потому что все это, знаете, в себе носить тоже не кайф. Лучше я выскажусь вот сейчас, а потом уже остыну попозже, доснимаю предыдущий свой влог и уже буду дальше снимать, как я обычно все снимала. И кто останется со мной, значит, те, кому все-таки мой канал нравится, кому нравлюсь я. А кому я не нравлюсь, до свидули. Я плакать не буду, если кто-то отпишется. Лучше в друзьях иметь, знаете, несколько человек, которые тебя понимают, поддерживают и любят, чем вокруг себя держать толпу неизвестно кого, которые тебя поливают грязью, портят настроение, и которым ты ни в глаза не можешь посмотреть и ответить не можешь по-нормальному. Потому что если на каждый комментарий вот такой давать какой-то ответ, а потом, а вообще смысл отвечать? У людей задача вот это все засадить, залить грязью. А смысл отвечать этим людям? Я вообще не понимаю смысла. Лучше я уже так вот выскажусь, и мне станет легче. Но когда я в конце концов закрыла комментарии, закрыла компьютер, легла отдыхать, и вы знаете, вот общее в целом, что у меня в душе, это разочарование в людях. Ну, потом я просто подумала разумно, что из-за некоторых
людей я не должна делать выводы о всех. Сначала я хотела вообще закрыть комментарии полностью опять вот так надолго, как в прошлый раз. Но потом я решила, что посмотрим. Может быть, закрою комментарии, может быть, частично буду их закрывать, а может быть, частично буду открывать наоборот. Еще пока я не решила. Кстати, что вы думаете по этому поводу? Я решила сейчас вот это видео снять, коротенькое, поговорить с вами на эту тему. И мне интересно знать ваше мнение. Кто считает, что комментарии лучше закрыть? Кто считает, что не надо их закрывать? Кто считает, что я продажная? И так далее. В общем, давайте под этим видео высказывайтесь все, кто что считает. Я уже хочу просто увидеть тех людей, кого мне надо заблокировать, чтобы в дальнейшем этих людей уже не было в моих комментариях, чтобы их дальше не читать. Так что давайте, высказывайтесь откровенно, кто что думает обо мне и о моем вообще мнении. Мое мнение вот так вот воспринялось. Я еще раз повторюсь, что каждый человек имеет право на свое мнение, каждый человек идет, когда голосовать, сам решает, как голосовать. Каждый человек считает, идти голосовать или не идти голосовать. То есть я просто сказала свое мнение, как я думаю и как я делаю. Я говорю о себе. Ну, а насчет продажная, я, честно говоря, первый раз слышу, что кто-то кому-то за это деньги платит. Но я думаю, что, наверное, это пишут те, кто как раз-таки за это, наверное, деньги получает, да, за такие комментарии. Потому что я не, вообще, честно говоря, не слышала, чтобы платили деньги за то, что человек просто в своем влоге говорит, что я иду голосовать. И я считаю, что правильно голосовать. Правильно будет, если я проголосую вот так-то, да. То есть я ничего такого, никакой ни пропаганды, ни агитации, честно говоря, не увидела в своем влоге. И никогда никого не буду осуждать за то, что кто-то проголосует так, а кто-то по-другому. У меня нет предвзятого отношения к людям. Также среди нас живут люди, которые относятся к разной религии. И это что, разжигание войн получается, что если кто-то, допустим, в Бога верит, а кто-то в другую религию верит, что теперь, это людей надо камнями закидать или что? Что за глупости какие-то такие? Я вообще не понимаю. Нужно быть терпимее к людям. Нужно принимать другое мнение, оставайтесь при своем. Ну, если вы к человеку нормально относитесь, если нормальный человек, но просто имеет мнение, которое отличается, допустим, от вашего. Ну, с вами никто не спорит, я в спор не вступаю. Имейте вы какое-то свое мнение, пожалуйста, я же так и сказала. Просто имейте свое мнение. Ну, не знаю, какую-то я ошибку, может быть, совершила в том влоге. Но я поняла, что на тему политики разговаривать на своем канале я этого не делала никогда и не собираюсь рассуждать на эту тему и разговаривать, тем более кого-то на что-то агитировать. Делайте как хотите, поступайте по-своему. Просто когда вот будет, например, голосование, да, за кого-то, за что-то, я просто вам не буду больше говорить, что я иду голосовать и за кого я буду голосовать. Это останется при мне. В общем, такое коротенькое видео я хотела снять, я хотела высказаться, я высказалась. А теперь, девочки, пишите комментарии, я их буду читать. Я уже, кстати, второй раз я заметила, что это второй раз получилось в моей жизни, что я компьютер оставила дома, ноутбук, и поехала к дочке с ночевкой без ноутбука. Я заметила, что хейтеры в основном работают ночами, потому что когда я утром открываю компьютер и думаю, так, кого блокировать, ну-ка, что ж вы мне там понаписали. Именно ночные птички вот эти вот как раз и пишут всякие какашечки. А сейчас у меня не было 2 дня со мной ноутбука, и в общем там одни написали, другие поддержали, третьи... Да, правда, да, ой, да, действительно, ой, как вы меня разочаровали, ой, ну, кого разочаровала, ну, что скажу вам, до свидания. Ну, а кого я не разочаровала, оставайтесь со мной, и будем продолжать дальше снимать влоги, снимать готовку и все, что мы обычно снимаем, обычную человеческую жизнь, обычной женщины. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, встретимся во влоге, может быть, не со всеми.
Пишите комментарии, жду ваши ответы. Всем пока!